ЕГЭ для родителей. Такой эксперимент проведут в будущем году в Саратовской области. Накануне официального экзамена на тесты выпускники и вовсе ответят в присутствии родителей. По словам министра образования региона Марины Епифановой, это делается для того, чтобы избавить школьников от лишних переживаний. Побывав в обстановке, приближенной к реальному экзамену, родители смогут правильно настроить своих детей. Министр также надеется, что пройдя пробный ЕГЭ, родители будут внимательнее следить за тем, чтобы дети не приносили с собой мобильные телефоны. Мы должны детям доказать и родителям объяснить, что моменты каких-то подтасовок, возможности списать, переговорить с кем и так далее, они остались уже в далеком прошлом. Мы начинали всего лишь там с 20% от общего количества ППЕ, которые ведут видеонаблюдение. Сейчас у нас уже в этом году было 83%, которые ведут видеонаблюдение в режиме онлайн. В этом году все абсолютно пункты приема экзамена будут вестись в режиме онлайн, все абсолютно. Результаты не заставили себя ждать, считают в Минобразе. В текущем году в регионе было зафиксировано 9 нарушений сдачи ЕГЭ с последующей пересдачей. Тогда как в предыдущие годы таких случаев было больше – 25-27.